الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين إلى قيوم يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي и сестры продолжаем обсуждение доказательств существования Бога рассмотрели первое доказательство, называемое онтологическим доказательством, которое, на наш взгляд, является одним из лучших, понятливых, доходчивых и неопровержимых доказательств существования Бога, если не самым лучшим из них. Данное доказательство было подвергнуто критике ряда философов, ряда мыслителей, в частности, Иммануил Кант имеет известное произведение, известный свой труд «Критика чистого разума», в котором он раскритиковал данное доказательство, данное доказательство существования Бога. Но рассмотрев и исследовав критику Канта, мы обнаруживаем, что все его доказательства, все его предпосылки не имеют крепких оснований. И как следствие данное доказательство никак не страдает. Но, к сожалению, так как Наше время крайне ограничено, мы критику Канта и ответы на его критику рассмотреть не сможем. Итак, второе доказательство, которое было названо учеными и мыслителями доказательством правдивых, заключается следующим. Мы обнаруживаем, что обнаружим вокруг себя, в мире, что нечто, существует. Есть нечто, что существует, что обладает бытием. И абсолютно не важно, что это. Это мы сами или же это окружающие нас, существа, люди или вещи. Ни в коем случае никакой разницы в данном вопросе нет. Мы обнаруживаем, что есть нечто, что существует. И мы задаемся вопросом. То, что существует, является необходимым бытием, не обладает причиной возникновения, является самодостаточным или нет? То, что существует то существование которого мы не имеем никаких сомнений. Мы спрашиваем, задаемся вопросом: это вещь или это существо? является самодостаточным не имеет никаких причин не нуждается в причине возникновения является постоянным не изменяющимся или же нет является нуждающимся изменяющимся нуждающимся в причине возникновения если ответ на данный вопрос является первым ответом то есть, это нечто, что не нуждается в причине, то таким образом мы доказываем существование Бога, потому что в понятие Бог мы включаем то, что самодостаточно, то, что не нуждается в причине, не нуждается в том, чтобы что-либо или кто-либо создал его, дал ему бытие, дал ему его качество, те качества, которыми он обладает. Но если ответ является вторым, то есть то, что мы обнаруживаем и то, в чем мы уверены, что оно существует, является чем-то, что нуждается в причине, что нуждается в возникновении, и самым ясным и понятным атрибутом и признаком этой нужды является изменчивость. Мы через изменчивость можем понять, нуждается ли... Вещь в чем-либо, нуждается ли то или иное существо в чем-либо или не нуждается. Потому что именно изменчивость является и изменяемость является доказательством данной, данной особенности. Почему? Потому что то, что изменяется, переходит из состояния в состояние. А это означает, что оно нуждается в чем-либо, оно в своем бытии что ли, в чем-либо нуждается. Таким образом, если ответ является вторым ответом, что то, что мы обнаруживаем, возможно, для кого-то это он сам. Потому что очень часто человек убеждается в существовании в первую очередь самого себя, а потом уже в существовании того, что находится вне его. В существовании других людей, в существовании животных, в существовании вещей и природы вокруг него. Кто-то может утверждать обратное, что мы сначала убеждаемся в существовании других вещей, а потом уже в существовании самого себя. По данным вопросу мы не будем припираться, и для нашего доказательства нет никакой разницы. Если то, в чем мы убеждаемся, что оно существует, является тем, что нуждается, тем, что изменчиво, то мы опять-таки задаемся тем вопросом, которым задались. В начале своего доказательства, является ли эта вещь, то есть причина первой вещи, та самая причина, которая дала бытие и существование, первой вещи чем-то, что не нуждается. Или оно также, как и его следствие, является нуждающимся. Если ответ является первым, то есть если вы ответите на этот вопрос так, что нет, оно ни в чем не нуждается, и оно не обладает причиной, оно беспричинно, неизменчиво, то мы таким образом доказали Бога. Но если вы скажете, что нет, это вторая вещь также является нуждающейся и нуждающейся в причине, изменчивой вещью, то мы непременно должны будем утверждать, что она также имеет причину то есть нечто третье, уже третью вещь. И повторно зададимся тем же самым вопросом. Это уже третья вещь обладает нуждой, изменчивостью или ни в чем не нуждается и не изменчиво. Если ответ будет, что оно не нуждается и не изменчиво, то мы таким образом доказали Бога. Но если ответ будет тем же, который мы получали прежде, что это изменчивое и нуждающееся бытие, существование, изменчивое и нуждающееся существо или вещь. Если ответ будет тем, что это изменчивое и нуждающееся существо, то мы обратим свой взор на его причину, на то, что создало его, на то, что дало ему бытие и зададимся все тем же самым вопросом: является ли оно нуждающимся и изменчивым? Итак, таким образом мы эти вопросы можем повторять очень долго. И здесь у нас имеется всего лишь два выхода. Или же мы в конечном итоге придем к той причине и обнаружим причину, которая сама не обладает никакой причиной и не нуждается ни в какой причине. Или же мы так и будем бесконечно продолжать эту цепь причин и следствий. И так как наличие бесконечной цепи причин и следствий означает, что ничего возникнуть не могло, то есть то существование, чего мы изначально были убеждены и были уверены, оно не могло возникнуть при наличии и при предположении того, что эта цепь причин и следствий, она бесконечна. Это подобно тому, если бы вы представили себе стул, который обладает всего лишь двумя ножками, и как следствие стоять на них не может. То есть оно является чем-то нуждающимся в чем-либо другом для того, чтобы стоять. И мы его прислонили бы ко второму столу, ко второму стулу, который также обладает всего, всего лишь двумя ножками. И как следствие само по себе стоять не может. И так это продолжалось бы до бесконечности. Мы так и прислоняли бы каждый стул к другому стулу, который нуждается в том, чтобы к чему-либо прислониться. Ответьте себе на этот вопрос, могут ли эти стулья стоять? Может ли это бесконечное количество стульев устоять? Конечно же, нет. Конечно же, нет до тех пор, пока мы не прислоним эти стулья какой-либо из этих стульев в этой цепи к чему-либо, что не нуждается в том, чтобы его прислонить к чему-либо другому. Например, если бы мы обнаружили стул с четырьмя ножками и прислонили бы эти, эту цепь, эту серию двухногих стульев к этому четырехногому стулу, без этого, без наличия ни в чем не нуждающегося, самодостаточного бытия, без наличия самодостаточного сущего, возникновения, даже бесконечного количества нуждающихся невозможно. То есть невозможно, чтобы мы имели одно, две, три или же бесконечное количество нуждающихся, изменчивых, нуждающихся в причине, в том, чтобы быть созданными, чтобы обрести бытие бесконечное количество существ или вещей, но при этом не иметь того, что ни в чем само не нуждается, не обладает причиной. Таким образом, непременно, так как мы наблюдаем вокруг себя существование вещей, существование людей, существование животных и множество других вещей, существование книги, существование деревьев, существование бумаги, существование материи как таковой, то мы понимаем, что после того, как осознали, что все эти вещи изменчивы, все эти вещи переходят из состояния в состояние, и как следствие нуждаются в причине, мы после этого прекрасно понимаем, что есть кто-то, кто сам ни в чем не нуждается, кто не нуждается ни в какой причине, кто является самодостаточным и кто дал начало, послужил причиной всех этих предметов, всех этих существ, всех этих людей. Таким образом, подводя итог, я повторюсь, еще раз повторю данное доказательство. Мы убеждены в существовании каких-либо вещей. Это может быть всего лишь одна вещь. Это можем мы быть убеждены только в существовании самого себя и отрицать все существующее вокруг, вокруг нас. И этого будет достаточно для нашего доказательства. То есть что-либо для нас доказано, что оно существует. А значит, нуждаются в причине, так как является нуждающимся и изменчивым. Или же не является таковым. Если не является таковым, то он является Богом. А если нуждается в причине, не является самодостаточным, то в конечном итоге мы в этой цепи причины-следствия должны обнаружить того, кто не нуждается в причине, кто является самодостаточным. В противном случае возникновения всей этой группы, даже если это бесконечная цепь причины-следствий, бесконечное количество нуждающихся их существование в конечном итоге было бы невозможно без наличия того кто является самодостаточным без наличия того кто не нуждается ни в какой причине это второе доказательство которое было названо доказательством правдивых на этом все Вассаламу алейкум рахматуллахи баракету.